Всем привет, меня зовут Назибель. Я занимаюсь футболом уже 5 лет. Я участвовал в чемпионате, и я хочу попасть в сборную. И это моя рубрика «Все любят футбол». Сегодня я расскажу о главных ошибках новичков в футболе. Первая ошибка – неправильный удар. Они бьют носком, а надо бить под углом. Вторая ошибка новичков. Когда они отбивают мяч головой, они это делают макушкой. А надо отбивать лбом. И главная ошибка новичков – они играют на голодный желудок. Так что я пойду поем. Всем привет, с вами Назиби. Сегодня будем готовить турецкий салат. Нам понадобится огурец, помидор, сметана, творог, листья салата и хорошее настроение. Сначала порежем овощи. Теперь помидор. Режем листья салата. А теперь сметана. Теперь перемешиваем. Добавим немного соли. Салат готов. Попробуйте его приготовить дома. Всем приятного аппетита!